Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Volkswagen Passat 2005 года выпуска, объемом 1,8 литра турбо AWM. Пробег двигателя составляет 40 тысяч миль. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Производим проверку пневмотестером. Герметичность цилиндров в пределах допуска. Также имеется видеообзор работающего двигателя. 2005 год, Volkswagen Passat. Так, мотор здесь работает отлично. Подкапотное пространство полностью целое. Все жидкости присутствуют. Пробег на машине 40 тысяч, ошибок по мотору никаких нету. Мотор работает отлично. Производим визуальный осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя, а квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.